Господь испытывает более сильную боль, чем живое существо в этой обусловленной жизни. И Господь всегда делает попытки спасти эти души. Он посылает своего представителя, он приходит сам, он дает книги. И любой, кто принимает эту миссию, то есть любой, кто от имени Бога пытается спасти эти обусловленные души и вернуть их обратно к Богу, считается самым близким, самым дорогим Господу преданным. Маме надо подарок тоже ждать. Такую улыбку. Это напомнит вам хорошая книга. Спасибо тебе большое. Очень добрый. Это был дом благовония. Отец? О, папа знает. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Подарок можно добавить? Друг. Спасибо большое за доброе. Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Вот точно без подарка не верю. Все уходит, значит, мама нам подарок. Да, да, пройдем. Удивительная книга. И ну, вот там большая мудрость. Это еще не все. Еще благовоние, извините. Возьмите, пожалуйста. Знаешь, как пользоваться? Оно уже, знаете, как предложено Богу, поэтому это считается как освященное. Hare 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 Hare
Если вы хотите стать очень дорогим Кришне или Богу, тогда попытайтесь принять эту миссионерскую деятельность.